Итак, небольшая обзорная экскурсия или видеообзор по отелю Аквабу Шарм-эль-Шей. Мы специально поднялись наверх, чтобы нас и нас увидели, и мы посмотрели все вокруг. Так, прямо мы наблюдаем две небольших детские горочки. Ну и есть посерьезнее для любителей адреналина. Там дабл, там дабл. Единственное, многие горки предусматривают двоих участников на двойных, надувных кругах. Вот здесь мы уже спускались. Здесь можно по одному. Слушай, дальше. Только. Ну, возможно, вот еще есть возможность с этой спуститься. Мы сейчас спустимся с ней. Покатаемся, посмотрим ощущения. Потом пройдем дальше. Как я уже говорил, к сожалению, не на всех горках можно покататься одному. Нужно искать партнера. Вот как здесь. Сейчас нам покажут. Объяснят. Так, поедем. Ой, так. Да, ну. Довольно страшно. Сейчас нас толкнут. Вот это оно. Опа! Даже камера завернулась. Это приятное. Ай, крепление GoPro не выдержало. Кемка. Кемка. О. Практика показывает, на таких экстремальных горочках надо крепление посерьезнее прикручивать. Не выдерживает. На этом до скорых встреч. Идем на очередные горочки. Наверное, спустимся или с желтой, или с оранжевой. Тут будет свободное место. Итак, поднимаемся. Снова эта труба, которая кайф, спускаться не так уже много. А что-нибудь другое попробовать стоит. Желтая, ровная. Поедем на оранжевую. Это мы уже снимали, яркая. Так вот, люди, поехали. Поехали. Да, можно? Ну, полетели тогда. Так, настраиваемся. Все лучше. Опа! Так, где-то страшный поворот. Где-то мы должны закричать. Ай, не закричали. Слушай, самое страшное внизу. Чуть не ударится. Ну и вот. Это оранжевое чудовище, с которого мы спустились. На самом деле не такое же и страшное. Идем, забираем свой коврик. Ну, остальные горки более-менее для детей. Немножко для взрослых. Ну, мы выбрали самый яркий. Идем на следующую горку. Называется она Атлас. Параллельно смотрим все остальные. Ну вот, хотим спуститься на одну из этих трех
закрученных туннелей. Смотрим. Как, что, куда? Могу сюда? А? Можно? Как правильно? Это? А, вот так вот, да? Да я не смогу так на камере проехать. Ну ладно, пробую. Готовимся. Немножко подготовительный момент. Где? Вот такой туннельчик. По итогу еще ударились локтем. Ну, кайфа мало. Не видно ничего. Едешь в унитазе, наверное. Никогда там не нырял. Опа! И вот так нас встречают люди. Ничего страшного, как раз получилось все в тему. Идем на горке. Такой вот путь. Как там не выглядит изнутри. Сейчас где-нибудь, да, спустимся. Так, идем наверх. Смотровой мостик. Высокие горочки. Посмотрим, где тут можно съехать. Так, ну что, пробуем? Вот скажет чувак. Так, ну что? Опа! Главное не потерять. Прикольно. Кинг-конговскую горочку. Кинг-конг жил. Вот тут Шрек. Шрек. Так. Кинг-конг. Поехали. Ну, единственный минус — подниматься. Еще лифтик для наших туристов. Было бы вообще бимба. Идем на самый верх опять. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Поедем в этом лампусе. Снова поднимаемся. Ох, и не быстро он путь наверх. Это есть еще. Поднимаемся на самую верхнюю. Thank you.
вообще никого нет. Опа. Все любят поснимать. Да, это не видно. Вот так они. Мы сейчас так полетаем. Если нас пустят. Наверное, притормаживаем. Вот там вот. Юрий. Только двойные, к сожалению, у нас. Блин.